уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию видеоролик об участии наших детей в экологической акции «Покормите птиц зимой». Эта акция проходила в рамках проекта по тропинкам парка усадьбы Трубецких в Хамовниках. Мы часто бывали в этом парке и заметили, что в парке много птиц, а кормушек мало. Побеседовав с детьми, мы приняли такое решение – сделать кормушки. Родители нашу инициативу поддержали. И вот когда были кормушки готовы, мы поехали в парк, развесили кормушки и покормили птиц. Уважаемые коллеги, приглашаем вас присоединиться к нашим детям и принять участие в акции «Покормите птиц зимой».